всего два цвета и акцент на линию. Так видит женщину этой весной команда «Ксении Дизайн». Сочетание черного с белым иногда служит фоном для более ярких оттенков. Впрочем, с этими деконструктивными линиями ахроматичная идея хороша сама по себе. У дизайнеров бренда «Мадо» романтика с характером. Есть в ней смелые и даже дерзкие нотки. Какие бы тренды ни диктовали нам социальные сети, с наступлением весны всегда возникает потребность удовлетворить романтические настроения. И в этой связи в центре внимания оказываются не ультрамодные идеи, а стильное воплощение женственности и легкости.